В Западно-Казахстанской области по программе «Экономика простых вещей» профинансировали 300 проектов. Это существенно отразилось на развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Так, в Уральске открыли еще один швейный цех, где работу нашли люди с особыми потребностями. Подробности в сюжете. Фабрика «Advance Market» выпускает специальную одежду всех видов и сезонов, а также школьную форму, обмундирование, классическую одежду. Стараемся выполнять сроки работы. Ну, естественно, следим за качеством, контроль. Все у нас это все проверяется. На предприятии только качественные материалы и высокотехнологичное оборудование. Работают на нем люди с ограниченными возможностями. Последних компаний больше 90%. 3 года работаю. Мне очень нравится. Все хорошо. Новое место тоже понравилось. Работаем, стараемся. Мощность предприятия – больше 38 тысяч единиц комплектов спецодежды. С расширением производства увеличится объем выпускаемой продукции, а также появятся новые рабочие места. До сегодняшнего дня мы арендовали помещение. Сегодня, значит, у нас открытие. Мы специальное помещение купили из-за того, чтобы расшириться. У нас заказов очень много по Казахстану. В текущем году в сфере легкой промышленности региона произвели продукцию на 774 миллиона долларов. Доля местного содержания в государственных закупках составила больше 70%. В основном это спецодежда для больниц, постельные принадлежности. С момента реализации программы «Дорожной карты бизнеса 2025» по области у нас поддержано более 1000 проектов на общую сумму 154 миллиарда тенге. Также реализуется программа «Экономика простых вещей». На сегодняшний день одобрено 260 проектов на общую сумму 32 миллиарда. 500 миллионов тенге выделено в этом году и на программу массового предпринимательства «Инбек». Одобрено 33 проекта на 365 миллионов тенге. Россатканова, Канат Махмудов, Ильдар Аюпов, Хабар-24, Уральск.